всем зрителям, подписчикам канала Русский Усадьба, привет! Сегодня мы собираем теплицу капля шириной 2,9, длиной 4 под монолитный поликарбонат. На бетоне будет стоять у нас теплица. Приехали, разгрузились, начинаем работать. Каркас у нас стоит, закрепили его к бетону, выровняли, по низу прикручены уголки. Уже зашиты поликарбонатом, очень-очень прозрачный, практически не видно его, вот чуть-чуть по бликам можно различить, что он тут есть. Сейчас начнем крыть оставшуюся часть теплицы, тоже монолитный. А мы завершили монтаж, напоминаю, строили мы сегодня теплицу капля 2,9 на 4 метра под монолитный поликарбонат. Стоит. Задний торец у нас глухой. Каркас сделан с профильной трубы 20 на 40. Несущая арка, подпирающая 20 на 20 арки в виде фермы. Покрашено все полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Стоит все на бетоне. Закреплено с помощью анкеров. Сделан отлив по периметру теплицы. Имеется также у нас форточный блок на термоприводах. Дверь на крючке. Монолитный поликарбонат, толщина у него 3 мм. На торцах у нас установлен резино-торцевой уплотнитель для большей герметичности. Рекламка модная. Также есть диагональные усилители, чтобы теплица стояла более жестко. Вот такая получилась светлая, красивая теплица. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!